Как правильно переходить дорогу и почему нельзя гулять в городе без сопровождения родителей, знают воспитанники детского сада «Виктория». Более 30 детей из двух групп блеснули своими знаниями дорожного движения, правильно ответив на все вопросы. По словам педагогов, мероприятия и дополнительные часы, посвященные правилам дорожного движения, проводятся ежегодно. Ребята без запинки рассказывают о значении дорожных знаков и о том, как вести себя на проезжей части. Мы рады, что позвали сотрудника, и он в доступной форме рассказал детям, может быть, еще какие-то новые знания дал. Поэтому дети внимательно слушали и отвечали на вопросы. Я надеюсь, что правильно. Акция «Берегись, под колеса не попадись» направлена на профилактику детского травматизма на дорогах. Особенно опасна проезжая часть с наступлением темноты. Не каждый водитель может вовремя заметить ребенка и сбавить скорость. Для этого ребятам вручили специальные светоотражающие значки. Чтобы, когда была темнота, мы должны их прикрепить на одежду, чтобы машину увидели, когда мы переходим пешеходный переход, чтобы они посветились и они остановились машины. Имеют место быть случаи ДТП, когда ребенок попадает под колеса автомобиля по своей вине в ночное время суток. Световозвращатели, которые вот выручали сейчас детям, они наиболее актуальны в ночные утренние часы, так как помогают сохранить риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Как показывает статистика, большинство аварий с участием детей произошли по вине самих пешеходов. Как считают правоохранители, несчастные случаи нужно предотвращать заранее. Сейчас в городе-курорте проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети», в рамках которого сотрудники ГИБДД посещают детские сады и школы, чтобы напомнить ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа регион.